Що ж, дорогі друзі, продовжуємо наш прямий ефір. Як ви бачите, ми звернулися сіли кучненько. Це означає, що до нас вже завітали чарівні гості, яких ми анонсували на початку нашого ефіру. Отож, раді представити вам Наталю Моркву, завідувача відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, та Тетяну Шаяна, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Вітаємо вас. Вітаємо. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. І дійсно, тема для обговорення достойна, скажімо так. У нас вже є і флаєри, те, що надали нам наші гості. Це безкоштовні курси для по вивченню іноземної мови. Для переселенців. Отож, хотілося б запитати у вас взагалі ціль цього курсу і взагалі ціль цієї акції. Метою курсу є взагалі-то комплексна мета – формування умінь, навичок і компетенцій людей з англійської мови. Ми також намагаємося надати їм можливості розширити свої комунікативні знання, вміння і навички у сфері туризму, бізнесу та підприємства. Також у ході програми ми сподіваємося, що люди зможуть поліпшити свої вміння користування інтернетом, веб-ресурсами, технологіями. І ще одна така мета є надати їм можливості адаптуватися у нових умовах, інтегруватися у новому колективі, адже у ході роботи над курсом вони будуть створювати свою інтернет-спільноту, вони будуть спілкуватися на їхні професійні теми, а також особистісні теми. Ну, от саме так. Така основна, скажімо так, ціль. А взагалі, з якого числа, до якого, який взагалі термін проведення, як записатися, скажімо так, які організаційні моменти, хотілося б також дізнатися. Ну, я представляю Центральну городскую библиотеку имени Марка Лукича Кропивницкого. Наша библиотека хорошо известна в городе тем, что она всегда с энтузиазмом подхватывает различные социальные инициативы, которые помогут горожанам расширить свои возможности, как-то сделать свою жизнь легче, интереснее. И в частности, мы с удовольствием приняли участие в этом конкурсе. Это курсы, основанные в рамках проекта, который был организован посольством США в Украине. И мы, что приятно, наша библиотека подала заявку на организацию этих курсов и выиграли. То есть в нашем регионе, в Миколаевском регионе, мы будем первые, единственное представлять такую возможность для внутренне перемещенным лицам. И, скажем так, в этом проекте также принимают участие еще несколько регионов Украины. Это Днепропетровск, Киев, Луганск. Ну, Киев-Луганск, получается, землячество, которое в Киеве находится. Потом Николаевская область и Одесская область. Тобто ми війшли до такої ось когорти першості. Ну, это приятно, что мы, в общем-то, и свою защитили честь нашей библиотеки как интеллектуального центра, а также, что мы имеем возможность представить нашей Николаевской общине уже с нашими новыми членами нашей Николаевской общины, людьми, которые были вынуждены, как говорится, покинуть свои насиженные места, оставить свои жилища, свои квартиры, свой привычный образ жизни и нашли свою вторую родину в нашем городе. Хотелось бы узнать, как же переселенцы могут присоединиться до вашей программы, до обучения. Смотрите, эти курсы, они рассчитаны на два модуля. Каждый модуль 4 месяца. Первый модуль стартует с 1 ноября и будет длиться до конца февраля. Второй модуль, он будет с 1 марта и тоже до конца июня. Получается 4 месяца. И что интересно, этот курс, Татьяна вроде не упомянула, он рассчитан по проекту на людей данной категории, то есть переселенцев от 18 до 35 лет. Но считается, что именно с вот этими целями, которые Татьяна озвучила, молодые люди, они смогут расширить свои возможности в бизнесе, в проектной деятельности. То есть сейчас возможностей именно найти какую-то цель в своей жизни очень много. Взагалі навчання можно записаться, але форма взагалі навчання? В якій формі? Да-да. Значит, то, что заявлено возрастной ценз участников от 18 до 35 лет, но сейчас, поскольку интерес, вот мы общаемся с представителями других регионов, в Днепропетровском в частности, они сказали, что у них тоже есть люди, которые
перевищує цей рівень, так? Так. Поэтому вот гибкость программы, вот в этом вся ее основная идея по поводу формы обучения. Она включает в себя все лучшее, вот то, что сейчас накоплено уже в плане онлайн и дистанционного обучения. То есть тут будет основная часть уделяться дистанционному обучению, которое разделяется на синхронное и асинхронное. И сейчас объясню. Синхронное означает то, что преподаватель и студенты между собой будут иметь возможность интерактивного общения в режиме реального времени. То есть это повторяет традиционное. Классную комнату, где есть преподаватели, они общаются, они выполняют задания над вот, учебную деятельность. Единственное, что единственное отличие, что они будут между собой общаться при помощи интернет-технологий, такие как Skype, всем знакомая, Google Hangouts, вот, и разные голосовые чаты и так далее. То есть студенты видят преподавателя, преподаватель слышит и видит студентов, они общаются в чате, они работают над каким-то одним документом, общий для всех, сотрудничают, как вот, да, было сказано. Следующий тип – это асинхронный. То есть это когда нет реальной связи с преподавателем, во временной связи, но есть система, онлайн-платформа, которая запоминает все, ведет всю статистику, то есть все вопросы, все комментарии, все выполненные задания, результаты, которые каждый достиг индивидуально. Это, конечно, накладывает очень большую ответственность на обучающего, но, с другой стороны, дает ему большую самостоятельность и гибкость. То есть можно пересмотреть видеофайл, послушать еще раз аудиозвук, перечитать еще раз текст в удобном для человека формате, в удобном для человека темпе. Вот. И следующий, то, что будет включать в себя эта программа, формат обучения, это смешанное обучение. То есть оно предполагает еще и встречи в аудитории. Библиотека предлагает свое помещение, все ресурсы, доски, канцелярия и так далее. То есть люди придут, и там будет преподаватель, другой преподаватель, не тот, который будет преподавать онлайн. До речі, а хто взагалі ще викладачі, також цікаво. Викладачі – це професіонали, відобрані зі всієї України, був конкурсний відбір. 12 человек было отобрано со всех регионов Украины. Вот мы тоже представлены, наши преподаватели университета Сухомлинского. Приятно за свои. Они, преподаватели, будут в постоянной связи с специалистами из американского университета. Значит, преподаватели будут получать поддержку информационно-методическую от регионального отдела языковой политики по Украине при посольстве Соединенных Штатов Америки. Вот. То есть это люди, которые подготовлены, они прошли специальный тренинг. Они составляли эту программу. Подготовки ваших студентів хотілося б дізнатися. Чи різний рівень вивчення англійської мови вже повинен? І як буде старт, скажімо, як стартувати? Тому що в кожного ж рівні знань. Я, мабуть, доповню Тетяну. Да, прежде чем попасть на курсы, надо пройти небольшое анкетирование. По заявке требуется начальное знание английского языка. И анкету можно пройти как самостоятельно. Все ссылки и объявления представлены у нас уже в интернет-пространстве, в частности, на сайте Центральной городской библиотеки имени Кропивницкого, на аккаунте в Фейсбуке нашей же библиотеки. И также ряд социальных учреждений города тоже размещают на своих сайтах это объявление. То есть там, зайдя на ссылку, можно пройти, ну, заполнить анкету и пройти тестирование. Вот. Ну и кто не имеет такой возможности, тот милости просим в библиотеку нашу и не только в нашу библиотеку. Наверное, очень еще удобный момент следует отметить, что наша централизованная библиотечная система для взрослых включает больше 20 филиалов библиотек небольших в каждом микрорайоне города. И они все компьютеризированы, имеют доступ в интернет-пространство. И мы, кстати, приглашаем всех граждан, ну и, конечно, в частности, переселенцев, обязательно обращаться к услугам наших библиотек. Это даст им возможность бесплатного доступа в интернет и возможность работать на нашем оборудовании. А еще також виникло запитання, ось я дивлюся, внимание, число слушателей ограничено. А якою кількістю обмежено, все ж таки, кількість учасників? В каждом модуле, вот, который на 4 месяца рассчитан, он рассчитан на 60 человек, которые будут так формально поделены на 3 группы, по 20 человек в каждой группе.
Вот, поэтому мы приглашаем, как вы упомянули, о такой возможности, что надо не медлить до конца октября, а постараться сделать и пройти анкетирование, и обратиться к нам как можно раньше. Так, дійсно. Ну, тож, дійсно, друзі, якщо у вас виникло бажання, а бажання має виникнути, тому що розширення, скажімо так, мовних меж, це, мабуть, найкраще, що зараз можна зробити, вміння спілкуватися з усім світом, тому що англійська дає таку можливість. Тому, дорогі друзі, звертайтеся або ж до бібліотеки, або ж заходьте в соціальні мережі, бібліотеки на Фейсбуці. Також заходьте до нас на сторінки ВКонтакті в Фейсбуці, в Ніколаєві інфо, ми сьогодні розмістимо цю інформацію, і маєте можливість отримати контактні дані, щоб звернутися і записатися на ці онлайн-курси. Ще таке запитання виникає, воно логічне, я думаю. Що по завершенню? Отримують якісь сертифікати чи як? Да-да. Всі студенти, пройшовши успішно курс, получить сертификат от посольства Соединенных Штатов Америки. То есть это, конечно, это большой вклад, я думаю, в резюме человека, который будет подаваться на работу. А вы сейчас, как вы правильно сказали, да, без этого. Просто это расширяет их профессиональные возможности, возможность трудоустройства, вот, особенно вот в сферах, которые были заявлены. Хотілося б спитати у вас, як у одного з викладачів, можливо, є якісь ізюминки, щось приготували для студентів, що буде відрізнятися від звичайної там шкільної студентської програми? Да, конечно. Если, допустим, уровень владения языком позволит начать с уровня школьного, да, среднего образования, то в дальнейшем студенты будут работать над какими-то проектными работами, то есть над тем, что интересно им. И еще момент такой, темы, вот, которые будут обсуждаться в ходе курса, они будут меняться в зависимости от того, какая группа наберется. То есть, еще раз повторяю о том, что это будет очень-очень гибкий курс. То, что будет нестандартный термин. Каждому студенту, который примет участие, даст возможность для построения своей личной профессиональной линии развития. То есть, там не будет никаких ограничений в плане выбора материалов, мовними, язиковими средствами і так далі, так далі. Проект, як відомо, новість, ми сказали, так, на певний період, є в нього термін початку і дедлайн, скажімо так, завершення. Чи буде продовжуватися цей проект, чи плануєте? Ну, мы, как правило, рассчитываем. После наша библиотека уже не единожды выполняла ряд социальных проектов. И потом, скажем так, они всегда имели продолжение, потому что мы в ходе проекта находим новых партнеров, которые уже потом на волонтерских каких-то засадах ну, в общем-то, помогают нам выполнять эти функции. Ну, будемо сподіватися, що дійсно проект буде жити і дійсно великий попит буде серед жителів міста Миколаєва, які зацікавилися. Отож, дорогі друзі, поспішайте дійсно записатися, пройти тестування, ну і, звичайно ж, стати студентом цих курсів, тому що дійсно програма обіцяє бути цікавою та гнучкою, підлаштовуватися під абсолютно кожного. Ми дякуємо нашим гостям, бажаємо вам наснаги, творчих успіхів у роботі з студентами. Так, дійсно, дякуємо за те, що сьогодні завітали. Ми нагадуємо вам, дорогі друзі, що сьогодні у нас в гостях була Морко Наталія, завідувач відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, та Шиян Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомицького. Дякуємо вам.